Здравствуйте, зрители канала. Хотим вам показать очень интересное видео. В общем, у нас 150 кубов. Странный, редкий. Такого я вижу всего лишь, наверное, второй или какой раз. На маленькой раме, на полтишковой, воткнутый 150-кубовый двигатель. 157-й двигатель. На маленькую раму поставили. В общем, редкая вообще вещь. Думаю, древний, скорее всего, потому что краска уже облупилась. Пробег 15600 уже. Я думаю, годов каких-нибудь 2000-х. Итак, в чем была проблема? Плохо заводился. Вроде заведется, худо-бедно работает, но очень плохо работал. В итоге проверяли клапана, подрегулировали клапана, почистили карбюратор. Все равно не заводится. Искра вроде какая-то была, непонятно. Дальше начали думать. С бобиной решили посмотреть контакты. В итоге, что у нас было? Один из контактов бобины очень слабо сидел. Болтался прям очень сильно, то есть практически слегка вот так одевался. В итоге плоскогубцами поджали контакты вот таким образом. То есть вот эту скобу поджимаем, поставили на место, стало плотненько, оп, запоминаем черный на черную клемму, зеленый на зеленую клемму, не путаем, это тоже очень важный момент. Ну и пробуем заводить. Еще раз повторюсь, вообще не хотел заводиться совершенно. Поджали клеммы, стал заводиться. Ну, заодно почистить, конечно, карбюратор, отрегулировать клапана. Потому что пробег большой. В любом случае надо было это сделать, обслуживание. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.